83 заболевших коронавирусом выявлены в Чувашии за последние сутки. При этом число вылечившихся уже третий день превышает количество зараженных. Выписано за сутки 92 человека. И все же выходить на первый этап по снятию ограничений еще рано. Об этом сегодня говорили на совещании оперативного штаба. Темп роста заболеваемости коронавирусом в Чебоксарах снизился на 10%, в Новочебоксарске на 13%. Однако в некоторых районах ситуация остается напряженной. И если на прошлой неделе у нас наибольший темп роста был зафиксирован в Ибресинском, Козловском, Батаревском, Маргаушинском и Ельчиковском районе, то здесь мы видим, что на этой неделе в передовиках, ну в таком в красном смысле этого слова, Алатырский район, Красночитайский, Козловский, Комсомольский и Ушумерлинский. Ухудшилась в количественном показателе больше всех ситуация в Комсомольском районе, это 31 заболевший. На втором месте стоит Шамушинский район, на третьем 20 человек. Мы видим заболевания в Красночитайском районе. Чтобы принять решение о снятии ограничительных мер, власти ориентируются на три основных показателя – коэффициент распространения инфекции, проведение достаточного количества тестов на коронавирус и наличие свободного коечного фонда. Коэффициент распространения инфекции на сегодня у нас составляет 0,9 при рекомендованном нормативе не более единицы. Показатель тестирования остается на прежнем высоком уровне и составляет на сегодняшний день 104,2 на 100 тысяч населения. При показателе нормативном 70 на 100 тысяч населения. Ну и вот третий показатель – процент свободного фонда, который на сегодняшний день составляет 43,2% при рекомендованном нормативе 50% и более. Радует то, что в течение этой недели было достаточно большое количество выздоровевших, но пока еще количество людей, которые госпитализированы и находятся на лечении в стационарах, остается достаточно высоким, и норматив по этому показателю пока нам не говорит смело о входе в первый этап снятия режима ограничений. О немедленном снятии мер ограничений речь, к сожалению, идти не может. Тем более на следующей неделе пройдет большой церковный праздник Троица. Значит, что кладбище вновь придется закрыть для посещения. Этого требует и Роспотребнадзор. У нас в Чувашской республике 944 кладбища. В разных районах разное количество. И очевидно, вот эти места, 944 места, возможно, в скоплении населения это в следующие выходные. Ограничение доступа на кладбище, там, где это возможно и необходимо, организовать уже с пятницы с обеда. То есть это прежде всего речь идет о городах. Город Чебоксары, город Новочебоксарск и другие города, где это возможно, и там, где живет больше всего населения. В воскресенье также будут и службы в церквях и храмах. Аналогичную работу, как с Пасхой, надо организовать и провести. Правоохранительные органы усилят патрулирование. Руководство республики призывает жителей Чувашии осознать сложность эпидситуации и сделать все, чтобы обезопасить себя и окружающих. Рифат Фаткулин, Павел Иритков, Республика.